я решил запустить новый проект, которому я дал название «От нуля до 1 миллиона рублей». Если вкратце, то в этом проекте мы будем учиться финансовой грамотности и, так сказать, в прямом эфире достигать цели в 1 миллион рублей вместе с вами. Я докажу, что стать миллионером может каждый. Самое главное – это постоянно совершенствоваться самому и уметь управлять личными финансами, чем мы и займемся с вами в ближайшее время. Почему я могу вам помочь? У меня высшее финансовое образование, окончил финансово-экономическую академию и пройденные курсы в высшей школе экономики на темы управления личными финансами и инвестирования. Являюсь акционером таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, МТС, Росгидро, Детский мир, Банк ВТБ, Московская биржа, Bank of America и Ford. Изучив много информации и имея опыт работы, я понял, что хочу делиться знаниями и секретами с вами. Многим некогда читать специальные книги, проходить дополнительное обучение. И вот тут я вам хочу помочь. На канале будут выходить ролики, где я постараюсь кратко и в доступной форме все объяснить, чтобы смог понять любой человек, даже далекий от такой темы, как финансы. На канале я буду давать полезные советы, как накопить 1 миллион рублей, стать финансово грамотным, при этом не отказывая себя в чем-то, и продолжать жить так же, как вы жили раньше, несмотря на уровень вашей заработной платы. В общем, жду вас на моем YouTube-канале. Ссылка на него находится под этим видео. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео. Буду очень признателен за репост этого ролика, ну и за любую другую поддержку, особенно в виде лайков и комментариев под видео. Станем вместе финансово грамотными людьми и не дадим себя обмануть. Ну и для начала хочу вам показать, сколько же надо ежемесячно откладывать денег, чтобы стать миллионером за 5 лет. Предполагаю, что мы вносим деньги на банковский депозит под 7% годовых. Для этого воспользуемся простой формулой, которая, я думаю, вам пригодится в будущем. Советую ее сохранить или записать себе где-нибудь. И как вы можете сами убедиться, инвестируя всего около 14 тысяч рублей, через 5 лет можно стать миллионером. Да. Для кого-то эта сумма покажется большой, но используя эту формулу, можно подогнать размер суммы, которую вы хотите накопить, или продолжительность инвестирования под себя и понять, сколько надо откладывать в месяц, чтобы добиться определенной цели, которую вы сами себе и поставите. Давайте рассмотрим это на примере. Как видите, сделали мы небольшой расчет, все очень понятно и доступно, и мы видим, что требуется примерно 14 тысяч рублей в месяц, чтобы накопить 1 миллион рублей за 5 лет. Ну, на этом сегодня пока все. В следующем ролике я более подробно расскажу про проект «От нуля до 1 миллиона рублей». Так что подписывайся и не пропусти очень полезную информацию, которая пригодится вам в жизни и приблизит вас к цели в 1 миллион рублей. Задавайте свои вопросы в комментариях, предлагайте свои темы для выпуска новых роликов, чтобы вы хотели узнать, но вам так это и не удалось. Или у вас просто не было времени на это. Постараюсь снять об этом ролик и подробно рассказать. Ну а на этом все. Удачи и финансового благополучия. Пока.